логика о том, что вот мы вас не пустим, а вы Путина свергаете, она выходит из недоброкачественного анализа реальности. Разговоры о том, что пусть они свергнут Путина, просто исходят из того, что люди не понимают, как устроена путинская модель власти. Это примерно то же самое, что обвинять евреев в гитлеровском рейхе, в том, что они не свергли Гитлера. Ну, а нечего им убегать из страны, вот пусть объединятся и свергнут. Ну, пусть. Просто надо понимать, что в нынешней путинской системе власти его свергнуть могут только приближенные, могут только генералы, которые далеко не факт, что будут проводить более вменяемую политику. Скорее наоборот, придет какая-то к власти еще более жесткая хунта. Это не значит, что я сторонник Путина, ни в коей мере. Наоборот, это значит, что он привел Россию в такую ситуацию, из которой хорошего выхода нет.